Всем привет, ребят, с вами Уник, и сегодня, как вы видите, я вновь закинул себе кредитиков с CoinSapа, да и плюс еще обещку взял, но затупил и, короче, не дождался прихода кредитов с CoinSapа, взял обещку, короче, часть денег с CoinSapa погасила обещку и пришлось брать вторую обещку. Я, короче, жестко затупил, непонятную хрень сотворил, но, тем не менее, кредиты у меня есть. Есть у меня 3000 кредитов, чуть больше, и, как вы уже поняли, слить я их хочу, желательно, Infield. Infield, который мне не выпал в прошлый раз 7000 кредитов, это очень печально было, но я думаю, 3 косариков мне в этот раз, скорее всего, тоже не хватит, не знаю, но буду пытаться, рано или поздно он мне должен дропнуться, потому что, ну, пушка-то, как бы, должна рано или поздно упасть, хоть там с 20000 кредитов, но это будет последний шанс, потому что больше кредов у меня на CoinSap нету баллов, то есть если не выпадет сейчас, то придется ждать, я не знаю, месяц, сколько они у меня копиться там будут, возможно, месяц, и через месяц буду пробовать еще, так что сегодня есть у меня все шансы. Возьму штурмовичка, он мне еще, кстати, смотрите, на время остался, нет, это я брал за бонусы, точно, на время он мне падал на сутки. Ну, в общем, сейчас я, короче, зайду на полигон, побегаю, помаюсь херней и, ну, порисуюсь маленький, в общем-то, это все как обычно, и, короче, вернусь уже, когда закончу свои таинственные действия, свой ритуал, и будем крутить коробочки. В общем, как вы видите, везде я потратил патроны и на грачей, и на штурмовой винтовочке, ну и теперь я, собственно, готов тратить свои деньги, последние кредиты на пушку, которая мне реально понравилась, потому что я ее взял сейчас по бонусам, чуть-чуть побегал с ней, ну и скажу то, что для хедшотов это просто идеал, то есть ты стреляешь, и пульки еще рандомят чуть-чуть, то есть на уровне головы целишься, стреляешь, пульки три в разные стороны летят, одна из них точно в голову да попадет, и это реально круто. Пошли первые 5 коробок, 5 коробочек, коробки зависают, я не знаю почему, сомневаюсь, что сейчас идет ажиотаж на эту пушку, потому что сейчас не скажу, что время самый пик игровой, но тем не менее, почему-то коробки подвисают. Первые 5 и... Нет, нет, пока что только на время, ну, мы не будем сдаваться, мы будем продолжать крутить, потому что, собственно, это наша сегодняшняя цель, моя цель, выбить данную хрень. Хотя бы, я не знаю, серьезно, пускай она даже на время упадет, я хоть с ней наиграюсь. Может быть, мне хватит этого времени, но... Ой, две сразу-то, господи, господи, этот момент, когда ты читаешь, насколько она выпала, и там вот бац, слово, навсегда, это было бы реально круто. Но тем временем нам падают скины, которые у меня перевалили за месяц, эта пушка мне дропнула, смотрите-ка, на довольно-таки большое количество дней, с учетом того, то, что за 7000 кредитов я выбил всего лишь ее на один день и несколько часов, а тут уже, смотрите, с 10 коробок, ну, мне кажется, что довольно-таки неплохо. Коробки, почему они зависают, я не понимаю, это странно. Коробки виснуть, хотя они не должны виснуть. Это, ребят, я не знаю, у меня слов нету. У меня просто нету слов. Она выпала, серьезно. С 15 коробок. С 15 коробок. С 15, мать его, коробок. Это меньше 1000 кредитов. Меньше косаря кредитов. Сука, я в тот раз слил 7000, она мне на сутки упала. Упала всего лишь на сутки, вы понимаете? 7000. Тут она мне с 15 выпала на время, на 3 дня, блядь. И еще навсегда. Я не понимаю систему этих коробок, серьезно. Это такой жесткий рандом. Но я понял одно. Я буду придерживаться теперь своей старой тактики. Те, кто не знает, могут посмотреть ролики за полгода. Там, где я крутил донат, и всегда говорил, если вам не падает донат быстрее, чем с 15 коробок, то не продолжайте. Лучше покрутите через сутки, через два, потому что сегодня явно не ваш день. Ну и со мной было то же самое. Я слил 7000, а толку 0. Он мне выпал всего на сутки. А тут, смотрите-ка, с 15 коробок и на долгое время и навсегда. То есть, если не падает с 25 коробок, то отложите лучше на следующий день, потому что так шансов будет гораздо больше. Сегодня просто не ваш день. Ну, в принципе, ну, это, конечно, я не знаю, давайте посмотрим на складе, где она тут, складе. Кстати, напишите в чатик, на что мне потратить свои оставшиеся кредиты. Вот у меня осталось кредитиков, да, на что мне их скрутить. У меня как бы много что есть на самом деле, ну, как бы у меня из коробочек у меня точно все есть, вот. Я не знаю, можно было бы покрутить,
евро, но я не знаю, может быть, купить какую-то пушку навсегда, снаряжение, евро, я не знаю, стоит ли крутить евро, хотя мне кажется, тут, на сколько мне коробок на... 20 коробок, да, хватит всего лишь. То есть на маленькое количество коробок евро. А возможно, какие-нибудь шлема купить навсегда или... Нет, их тут нету. Может быть, что... А что купить вообще на эти кредиты? Пишите в комментариях. Тут комментарий, который будет залайканным больше всего. Если вам нравится чей-то вариант, то лайкните его комментарий. Вот. То я прислушаюсь к его мнению и, возможно, так и поступлю. Может быть, покрутить шлема, я не знаю. Может быть, покрутить скины. У меня скинов нету. Но из доната у меня как бы есть все. И поэтому... предлагать мне это не стоит. Ну, блин, ребят, я желаю вам такой же удачи, потому что в прошлый раз мне не повезло, в этот раз повезло, но надеюсь, вам повезет так же, как мне сейчас. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, и всем спасибо, кто смотрел, кто, возможно, переживал, хотя, я думаю, таких нету, но, тем не менее, всем спасибо за просмотр, с вами был мистер Владислав, всем пока.